Этот день был официально установлен Международной федерацией экскурсоводов 1990 года. В массовом отделе у нас сотрудничает один организатор экскурсии, а также три экскурсовода. Экскурсии ведутся на казахском, русском и английском языках. Экспозиционно-тематические залы представляют экскурсионные, а также тематические услуги. По заявкам также у нас функционирует 10 залов, и один из них – выставочный зал. Основными направлениями деятельности массовой работы является популяризация, также это у нас организация экскурсий, лекций.